Ежегодно в третье воскресенье ноября во всем мире отмечают День памяти жертв дорожных аварий. Каждый день в результате ДТП погибают 3500 человек. И это не просто абстрактные цифры. За каждой стоят искалеченные судьбы, горе для семьи и близких. 17 ноября шествием и минутой молчания по центральной улице аулака Шихабль вспомнили тех, кто погиб и пострадал в ДТП. Инициатором этой акции выступила ГИБДД по Кашхаблевскому и Шевгеновскому району. Каждый год в третье воскресенье ноября в России, как и во всем мире, отмечается скорбная дата – День памяти жертв ДТП. Этот день наполнен горечью утрат, скорбью и состраданием. Ни для кого не секрет, что ежегодно во всем мире в автоавариях гибнут сотни тысяч людей. Еще больше остаются на всю жизнь инвалидами. Сегодняшнее шествие в рамках Всемирного дня памяти жертв ДТП – это, с одной стороны, возможность вспомнить о погибших и пострадавших, а с другой – обратиться к живым с призывом сохранить свои и чужие жизни. Во всех религиозных учреждениях в этот день прошли молебны. Жизнь невозможно повернуть вспять. Для того, чтобы вас и ваших близких не вспоминали ежегодно в третье воскресенье ноября, достаточно просто соблюдать правила дорожного движения.